Петя, не кричи, пожалуйста, с самого утра. Аня, сколько там Аня? 9 часов. Что-то ты сегодня с опозданием. Стареешь, Петя, стареешь. Что ты хочешь, покушать? Сейчас тебе дам зернышко немножко. Вот, солнышко мое, держи, покушай, вот. Ты мне когда уже яйцо снесешь, нормальное, адекватное, а? Кто там уже стучит, блин? Да иду, иду, не выбивайте мне, пожалуйста, двери. Ах. Житель, ну, естественно, как всегда. Что тебя ко мне сегодня привело? Добрый день, Ивинка. Добрый день, добрый день. Что-то произошло? Да нет, тут просто я тебе хотел сказать новость, что у нас ведьма в центре города предсказывает будущее, и чтобы узнать свое будущее, должна заплатить 1 изумрудик, и она тебе все расскажет. Да нет, это бред какой-то. Житель, она вас разводит как лохов. Пойми это. Нет, вот неправда. Она, например, вот сегодня мне рассказала, что я сегодня утром кушал. Серьезно? И что ты кушал? Дай-ка угадаю. Овсянку, да? Как ты угадала? Конечно. Тоже мне такое сказал. Житель, все жители Тангора любят овсянку, даже я. А, ну ладно. Ну хорошо, хорошо. Что она тебе на будущее предсказала? Она предсказала, что у меня будет много золота. Интересно, хорошо. Но она сейчас принимает? Да, конечно, беги сейчас к ней. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Только сначала дай-ка кое-что сделаю. Всем приветики, ребята, меня зовут Винка. И сегодня... Да не толкайся! И сегодня мы будем идти к ведьме. Она нам сегодня будущее предскажет. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Я уверена, что это очередная выкачка денег. Ну ладно. Хорошо, интересно послушать же какой-то бред. Ну а ты не забудь подписаться, поставить лайк и написать мне приятный комментарий. Ну и свою идею, которую ты хочешь видеть в следующем новом видеоролике. Ну все, всех люблю, всех целую, готов чаек, кофеек. И мы приступаем к просмотру видео, поехали. Ребята, мы сейчас с Петей идем быстренько к этой ведьме и хотим узнать наше будущее. Лично я безумно хочу услышать какой-то бред. Ну а Петя, Петя как Петя. Ну что, давайте-ка посмотрим, сколько там интересных жителей накопилось за этошнее утро. Ничего себе! Она что, правду говорит? А ну, Петя, пошли разберемся. Добрый день, житель. Добрый день, Минка. Житель, добрый день. А скажите, пожалуйста, она правду говорит или нет? Блин, да по-моему она шарлатанка, никто со мной разговаривать не хочет. Петя, иди сюда, а то тебя сейчас затопчат. Так, Петя, а ну-ка пошли разберемся. Так. Ты куда встала? Не видишь, что я здесь стою? Я вообще-то занимала за этим мужчиной лысым, так что все. Петя, ты где? Иди сюда. Куда ты там пошел? А, неугомонный петух. Ну ладно, жду тогда очереди. Петя, а ну не балуйся, иди сюда, не приставай к жителю. Следующий. О, ого, так быстро отпустил, ладно. Доброе утро, ведьма. Доброе утро, Винка. Чего к нам пожаловала? Мне жители донесли, что вы предсказываете сегодняшнее будущее. Это правда? Да, правда. Что ты хочешь знать? Я хочу знать, что нас сегодня ждет. Давайте-ка скажите на меня, а потом на Петю, хорошо? Без проблем. Один прием стоит 1 изумрудик. У тебя есть изумрудики? Да, да, у меня есть изумрудики, вот, вот. Так что давайте, говорите, что там меня сегодня ждет. Так, вижу по тебе. Ага, 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 о господи. Что там? Сегодня прям так очень сильно плохо будет или что? Рассказывайте быстрее, пожалуйста, мне очень сильно интересно. Минка, не торопи. Так, я вижу, какой-то друг тебя будет сегодня целый день преследовать. Да? Серьезно? Тебя ждет пополнение в семье. Готовься. И прими мои поздравления. Не может такого быть. Хорошо, а что еще? Вижу, ты будешь богатой. Ну, что-то много у тебя будет возле дома, только не пойму, что это. Ну, очень-очень-очень много. И самое главное, тебя сегодня ждет какая-то опасность. Что-то связано с водой. С водой? Хорошо, я поняла. Так, ну, вот, держите за меня, изумрудик, спасибо огромное. А скажите, пожалуйста, про Петю. Что Петю будешь ждать сегодня целый день? Так,
Петя, 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 ну как Петя? Петь, не в обиду, но я ж тебе говорила, ты как Петя. Ладно, хорошо, а что-то еще может? Так, за Петю что-то вижу, какое-то непонятное просто видение. То ли перья какие-то, то ли мясо. Ну, пускай Петя будет сегодня аккуратен, потому что что-то, возможно, плохое произойти. Хорошо, спасибо, спасибо. Ну, вот, держи за Петю. Вот. Спасибо тебе огромное. Все, мы пошли. Вау! Яйцо, представляете? Ну, я ж тебе говорила. Ага, я поняла. Начинается все сбываться. Ты красава. Хорошо. Петя, пошли. Будем сейчас разбираться. Ребята, представляете, ведьма, наверное, оказывается, правду говорит, потому что она говорила как за какое-то пополнение, а Петя мне снес какое-то яичко. Наверное, какое-то золотое необыкновенное, но мы его раскроем только в конце. Ну давайте-ка посмотрим, что же будет происходить. Ну что, Петя, пошли, будем готовить тортик. Я очень сильно сладкого хочу, безумно. Все, давай, пошли домой быстро. Пошли, 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 пошли. Что же такого приготовить? И ничего такого интересного нету. Кто-то постучал снова. Интересно, интересно. Фу! Что это такое? Кто это натворил? Твою налево, ну что? А, фу, блин, оно воняет. А, я подавила, фу. Я стала на это все. Блин, корова, ты откуда взялась? Вот про какое мне богатство говорила ведьма. Теперь я поняла. Конечно же, богатство. Такого богатства и врагу не пожелаешь. Житель, а ну стоять. Это твоя корова? Житель. Вообще отморозился. Еще одна корова. Слушайте, откуда вы вообще взялись? Ну кто-то же вас привел, потому что кто-то вас привязал. Блин. Жители, найду, убью. Честное слово, теперь придется мне убирать. Какой ужас. Фу. Блин, Петик, как же жалко, что нету здесь червячков. Не продают на рынке, представляешь? Я просто в шоке. Ну ладно, будем рыбачить тогда, наверное, на хлебушек. Так мы хлебушка не купили, тогда будем просто на... Не знаю, на что мы будем ловить. Не, ну хотя я знаю, что самые любят, кстати, куриное мясо. Ну ладно. Опа, это что там такое? Помогите! Помогите! Петя, быстро спасаем! Быстро спасаем! Давай, давай, плыви! Где ты, житель? Петя, что это было? Жителя нет, в чем прикол? Это что, какое-то видение было? Какой кошмар! Я чуть не утопилась. Петя, давай помогу. Давай, давай. Оба. Давай, вытаскивайся. Давай, вылазь оттуда. Блин, Петя, ой, извини, Петенька, Петруша. На, иди сюда. Быстро иди за мной. Ого, как рассушило. А что это за звук? Я не поняла. Петя, ты что там опять играешь? Все. Не поняла. Петя. Петенька. Ого. Ура! У нас пополнение в семье. Наконец-то. Боже, какая ты маленькая прелесть. Муся-пуся. Петя, ты заслуживаешь ордер. Я думала, ты бесплодный, правда? Но это такое... Я налюбоваться никак не могу. Пуси, теперь это твоя кроватка будет. А, аккуратно, пожалуйста, аккуратно. Не делай так больше, так делать нельзя, хорошо? Нельзя так делать. Петя, пожалуйста, присматривай за этим маленьким курдупзиком. Я тебя очень сильно прошу. Эй, не, туда вообще нельзя. Пожалуйста, не делай глупостей, потому что у меня есть один дурачок. Да, все, бегай, сейчас я буду вас кормить. Так, это уже не одно зернышко нужно, а целых два. Так, вот, Петенька, и вот. Ой, я вас уже перепутала именами. Так, как же мне тебя назвать? У меня Петруша есть, а ты у меня будешь Игорюша. Вот, да, Игорюша. Петя, ой, Игорь, пожалуйста, успокойся. Не белым, пожалуйста. Все, сиди нормально, на сраке, блин, ровно, пожалуйста. Ой, какой же ты баловный, как же быстро дети растут.
Какая красота! Вау, а что там происходит? Там, наверное, какая-то тусовочка, да? Мальчики, вы не хотите пойти на тусовочку? А? Я вижу, малой бегает, очень сильно хочет пойти прогуляться. Ну ладно. Еще одно яйцо! Да ты прикал. О, извини, извини. Нет, не прыгай, не прыгай, нельзя. Тебе ж уроны наносит. Пожалуйста, успокойся. Какие дети неугомонные все-таки. Петя народил Игоря. Вау, это очень сильно странно как-то даже звучит. Ну ладно, ну все же, оно так и есть. Теперь у меня есть маленький Игорь. Какая красота, верно? Так, ну а ты не забудь подписаться, поставить лайки, написать мне приятный комментарий, насколько тебе очень сильно понравилось это видео. Пожалуйста, Игорь, успокойся, не бегай. Так, ну все, а мы тогда сейчас, наверное, пойдем поплаваем. Я надеюсь, Игорь сейчас научится, если никто. Всех люблю, целую, обожаю. До новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока.